Всем привет! Сегодня мы покажем вам, как очистить ванну и умывальник от плесени, известкового налета и других загрязнений. Чтобы добиться блестящего результата, будем чистить в несколько этапов. Сначала избавимся от плесени, а затем попытаемся убрать все остальные загрязнения. Давайте посмотрим, что мы сегодня будем чистить. Перед данной чисткой нужно обязательно одеть резиновые перчатки. В емкость высыпаем 100 грамм борной кислоты. У нас это 10 пакетиков по 10 грамм. Заливаем борную кислоту 6 столовыми ложками 9% столового уксуса. Хорошо размешиваем. Нужно получить вот такую жидкую кашицу. Затем с помощью кухонной губки распределяем кашицу на местах появления плесени. Мы это делаем по всей поверхности возможных заражений. Оставляем смесь поработать на поверхности в течение 1 часа. Так как запах уксуса очень едкий и неприятный, то закройте дверь помещений и желательно в течение ближайшего часа туда не заходите. Также дополнительно в других помещениях по возможности откройте окна. Через час пробуем удалить плесень с помощью зубной щетки и губки. Как видите, плесень отлично очищается, а поверхность дезинфицируется. Плесень мы удалили. Теперь приступаем ко второму этапу чистки. Для второго этапа мы будем использовать лимонную кислоту. Берем 200 грамм лимонной кислоты и высыпаем ее в емкость. Заливаем лимонную кислоту одним стаканом теплой воды.
У нас стакан 200 мл. Перемешиваем до растворения лимонной кислоты, получается вот такой раствор. С помощью губки распределяем его по всей поверхности ванны и умывальника. Не забываем смочить смесители и другие элементы. Также можно смочить этим лимонным раствором тряпочки и обмотать ими поверхности сантехники. Очень хороший способ, как почистить душевую лейку, если она забилась, смотрите в нашем отдельном видео. Ссылочку оставим внизу в описании под этим видео. После того, как распределили раствор лимонной кислоты по всей загрязненной поверхности и обмотали нужные детали влажными тряпочками, оставляем все это отмачиваться на 15 минут. Через 15 минут пробуем с помощью губки почистить наши загрязненные поверхности. Поверхность еще влажная, но для усиления эффекта можно смочить губку в растворе лимонной кислоты. Если у вас не осталось раствора, то сделайте еще небольшую порцию, соблюдая пропорции, сказанные ранее. Если загрязнение не сильное, то на этом этапе поверхность должна очиститься. Остается только все сполоснуть и наслаждаться чистотой. Но мы приступаем к третьему этапу. Третий этап. На увлажненную раствором лимонной кислоты поверхность, особенно на сильно загрязненные участки, посыпаем пищевую соду. Расход соды может быть разный. Обращаем внимание, лимонную кислоту предварительно смывать не надо. На некоторых участках сода будет вступать в реакцию с лимонной кислотой, за счет этого грязь будет быстрее сходить с поверхности ванны и умывальника. Во время того, как посыпаем соду, можно немного очищать загрязненную поверхность. После того, как насыпали пищевую соду, оставляем ее на поверхности поработать в течение 15 минут. Через 15 минут приступаем к окончательной чистке всех загрязненных поверхностей. С помощью губки, смоченной в лимонной кислоте, если раствора не осталось, то просто смоченной в обычной воде, начинаем удалять соду с поверхности, счищая загрязнение. Все должно прекрасно отходить. Снимаем влажные тряпочки с хромированных поверхностей и протираем этой же тряпочкой детали.
Очищается все хорошо, за исключением потускневших мест от времени, так как ванне, умывальнику и сантехнике очень много лет. И лучше очистить просто невозможно. Как видите, у нас все идеально очищается. Остаются лишь темные места около плинтусов. Это потемнел герметик, но это он потемнел от времени. После того, как почистили все участки, тщательно споласкиваем их водой и протираем насухо. Посмотрите, как все хорошо очистилось и продезинфицировалось. Все просто блестит! Вот тут все прекрасно очистилось, здесь тоже все хорошо очистилось, просто здесь со временем содрана такая вот краска и, кажется, потемнения остались. Здесь тоже у нас хороший результат, от времени потемнело. Швы очистились, но где был герметик, точнее он был везде, по всей поверхности. Вот он потемнел, этот герметик, и его не отмоешь, конечно же. А здесь темные пятна, это небольшие сколы. Поверхность поэтому кажется темной. Дорогие друзья, сегодня мы показали вам, как можно очистить ванну, умывальник, сантехнику от плесени, известкового налета и других загрязнений. В результате ванна и умывальник стали белоснежными, сантехника блестящей. Все аж скрипит от чистоты. Если вам понравился наш способ, берите его на вооружение и ставьте лайк. Пишите, как вы чистите ванну, умывальник, смесители. Мы вам будем очень благодарны. До новых встреч. Пока-пока. Друзья, обязательно подписывайтесь на наш канал, нажав на красную кнопку под видео «Подписаться». И не забывайте нажать на колокольчик, чтобы быть в курсе всех наших новых видео. До скорого!